ассалому алайкум бинандагони арманд ин навбад бошад мусоҳибаро оғоз мекунем ва дар меҳмонии барномаи мо шӯҳратҷон иброҳимов ҳастанд хушомадедассаломуалайкуалайкусалосаатошедбашутабу завқашон читр худоба шукр худошукр рӯзи баҳори бо давоифора саломат бошед расми оғозу сӯҳбати мо он аст ки шумо худро муаррифӣ мекунедчунр Меня зовут Шухрад Ибрагимов, я тренер, коуч и практикующий психолог. По многочисленным просьбам мы заново издаем вот этот диск наш. Это семинар на тему «Стоп жизни или где находится счастье». Вот этот семинар, диски этого семинара отныне будут продаваться только в одном месте, в 20-м квартале. Напротив Дасав книжный магазин Азор Яки Топ. Только там вы можете приобретать этот диск. Диск семинар где-то около трех часов. Мы его проводили в сентябре прошлого года, по-моему, или позапрошлого. И я являюсь автором вот этой книги в гостях у Всевышнего господа Миров, который также продается в этом магазине напротив ДОСАФ, Азория Китоб и в книжном магазине Ганджина напротив стадиона. Также в магазинах в торговом центре Абдул-Азиз на старом городе Паншамбе. Вот это кратко про меня. И я к вашим услугам. Уже третий год мы проводим передачу формулы успеха через личностный рост» относительно психологических аспектов жизни каждого человека и кажду суботов см утра с павтором на 19ч30 мин воскрсенятозавтра саломат бошед дар суҳбати гузашта як саволи хеле ҷолибе пешниҳод гардид ки мо усулҳои тарбияи мо бояд чӣ гуна бошад ва ҳангоми гӯем ба иштибоҳро додани фарзанд чӣ гуна онро танбеҳ диҳем яъне хатогӣ ва ҷазо хатоги ва ҷазо ва ваъда додем киҳамин мавзӯъро барраси хоем кард зеро хеле мавзӯи нозукасалбаттаабаттавнозукаст мумкин ки дар ду барнома моонро давом диҳем оғозан мехостам аз шумо пурсон шавам ки умуман чораҳои танбеҳ додан чаро заруранд имена повот или к причины вабше можнали наказаюд ребенка Начнем с того, что во, во все времена и во всех народах свои какие-то определенные методы, инструменты и принципы наказания. Да, именно, именно вот наказание. Сегодня мы немножко затронем, скажем так, тему чуть тяжелее. Один из аспектов воспитания. Как мы говорили ранее, например, в Японии до 5 лет ребенку позволяется абсолютно все, с 5 до 15 лет ребенок проходит очень жесткое воспитание, очень жесткое, с наказанием вплоть до рукоприкладства, если на то будут, скажем, определенные моменты. После 15 они уже друзья. Страны Кавказа, горные страны на сегодня очень известны своим воспитанием. Те же самые Грузия, Азербайджан, Абхазия, Чечня очень хорошие дают воспитание они воспитывают ребенка уже очень жестко с трех лет. С трех лет уже у них идет такое, скажем, ограниченное воспитание в плане перестают, скажем так, баловать и более жестко уже дают ребенку узнать, какие есть правила, какие есть, скажем, принципы и указания в семье. Но если взять общий принятый, принятый стандарт, то ребенок до пяти лет до пяти лет делает вещи, которые он сам не понимает. Что это означает? До пяти лет ребенок подражает или повторяет то, что он видит и слышит каждый день. То есть в этом случае, если ребенок до пяти лет совершил, скажем так, какое-то действие, какой-то какой, -то, какой -то поступок, который не подобает общим принятым нормам этики, эстетики и общества, это означает, что он подражает кому-то. А кому может ребенок подражать? естественно, тем взрослым, которые его окружают, в первую очередь своим родителям. Поэтому наказывают ребенка, современные а, психологи воспитания говорит, наказывают ребенка до пяти лет совершенно а, неразумно. До пяти лет вообще нельзя наказывать ребенка. Почему? Потому что он подражает и повторяет действия, которые он видит. Например, если ребенок а, на кого-то, скажем, ну, будет неправильно сказать, на кого-то кричит, скажем так, капризно себя ведет, злословит, выражает какие-то непонятные выражения, нецензурные слова перед обществом, там, скажем, за столом себя плохо ведет. То же самое, когда мы идем в садик или куда-то в гости, кричит, то есть неправильно себя ведет. Это означает, что он подражает кому-то. И современная психология воспитания это утверждает, говорят, что до 5 лет мы не имеем права ребенка наказывать. Мы должны его направлять и поправлять. Поправлять и направлять. Почему? Потому что до 5 лет ребенок подражает кому-то. Он подражает своим родителям, своим братьям старшим, своим сестрам старшим, своим соседям. Поэтому до 5 лет, когда ребенок что-то делает, нужно обратить внимание выше. Смотреть, каково воспитание в семье. Uh, недавно я был в одном мероприятии. Uh, мальчик где-то 4-4,5 года. Бегает по двору. И так, в насмешку, с юмором, скажем так, на веселе. Произносит такие нецензурные слова. Нецензурные слова. И я каждый раз его выкрикиваю я каждый раз его зову к себе и поправлю. говорю дорогой такие слова нельзя говорить при обществе и тем более при взрослых ты в гостях нельзя говорить ему четыре с половиной года и проходит какое-то время, приходит его отец, садится за стол и повторяет все слова, которые он говорил. То есть, когда мы в своей речи используем нецензурные слова, прошу прощения, материнское материнство или как его по-другому называют, боюсь ошибиться. Нецензурные слова, выражаемся. Это все повторяет наш ребенок. И часто бывает у себя в обществе, здесь, находясь в Таджикистане, находясь в кругу своих знакомых, друзей, там иногда и родных, и близких, я вижу, что взрослые порой этим гордятся, в кавычках. Гордятся и подзывают своего сына, говорят, ну-ка, покажи нам какой-нибудь там неприятные выражения там, типа покажи на палец <laughs> или там скажи вот это и ребенок три года повторяет с гордостью да да да, -да" там что-то такое неприятное что такое нецензурное и он с гордостью <laughs> это говорит вот взрослые сами поощряют это Самый поощряют мой сын растет в настоящем обществе он будет настоящим мужчиной потому что он умеет выражаться я говорю прошу прощения вы растете не сына вы растете глупца, вы растете некультурного, необразованного человека, который будет, прошу прощения, угрозой для общества. И что вы понимаете, сын должен, мальчик должен брать свое, мальчик должен быть мальчиком. Это неправильно. Поэтому до пяти лет то, что делает ребенок, это подражание взрослому. Он повторяет наши действия. Он, она, мальчик, девочка – повторяе наши дейсвия дейсвия своих родителе поэтому допитилет скажем так нет резона наказывать ес резон воспитывать или поправлять его действия ташаккури зиёд тамошобинони арҷманд ёдовар мешавем суҳбат дорем бо коршиноси доимии барнома шуҳратҷон иброҳимов оиди усулҳои тарбия ва ҳангоми зарурат танбеҳ додани фарзандон хб саволи дигар мегузарем ба марҳалае ки имкон ҳаст ва мо бояд дар ҳолати зарурӣ танбеҳ диҳем роҳҳои танбеҳ усулҳои танбеҳ намуди танбеҳ вобаста ба ҷинси фарзанд масалан духтар писар вобаста ба 39 сол манамн савол мушаххас мкунам фурсатамв вобаста ба 39 сол падару модар чи гуна бояд В каждой семье, когда речь идет о воспитании, мы тоже не всегда все знаем, не всегда все схватываем на лету, скажем так. Современная психология воспитания говорит, в каждой семье должны быть определенные правила, определенные правила, которым должен следовать ребенок если кто-то у себя дома держал скажем так щенка собачку, то мы знаем что надо щенка воспитывать так, чтобы он знал кто в доме хозяин, кто в доме первый управляющий щенок будущем уже большая собака когда растет он знает кто в доме хозяин и кто его семья то есть он видит лидера одного человека и видит вокруг него членов семьи. Собака подчиняется лидеру и уважает члена семьи. За пределами семьи он уже будет охранять. Также и в семье, прошу прощения, такое, скажем, сравнение, не примите неправильно: в семье каждый ребенок обязательно должен знать, кто лидер. Естественно, так как любимый Аллах, Всевышний Господь создал первым Адама, то есть отца, нашего первого отца то в каждой семье, иншаллах, должен быть лидером отец. Лидер отец, управляющая уже мать. Это означает, что мать управляет всем хозяйством, но лидирует отец. Ребенок должен заранее знать, кто лидер и чье слово имеет вес. Часто бывает, что отец своим детям запрещает какие-то дела, а мать говорит: ладно, отца нету, давай, делай свое дело, пока его нету. Ребенок в этом случае чувствует манипуляцию. Он начинает манипулировать вот этим действием и избегать отца, чтобы он не видел его неприятных действий. Поэтому, если в доме есть правила отца, то это правило должно быть для всех одинаково. Это правило должно быть э, последовано и матерью, и бабушкой, и дедушкой, и сестрами всем. Тетя, дядя, кто будет приходить в эту семью, они должны знать, например, э, Семья Мубурис и должны знать, что правила Мубурис в этой семье правила для всех. Потому что он воспитывает ребенка, он воспитывает своих детей и он поставил определенные рамки. И ребенок, чувствуя это, уже знает. Современная психология говорит: каждый ребенок пытается по-любому улизнуть от правил. Каждый ребенок, который растет в большой семье, где есть бабушка, дедушка. Он знает, что у бабушки можно попросить конфеты, потому что бабушка все время балует. У мамы можно отпроситься от школы, говоря, что живот болит, потому что мама все время милосердная, она больше любви чем отец. А у отца можно попросить там велик, щенка, э, э, какие-то компьютер, например, компьютерные игры. То есть ребенок заранее знает все это. И когда отец ставит правило, что, скажем, конфета после там восьми вечера нельзя. Это должно быть нельзя и для бабушки, и для дедушки. Скажем так, если в школу надо идти и болит живот, то спрашивая маму, отец должен быть в курсе. Отец должен знать, почему ребенок сегодня не идет в школу, и этот вопрос должен быть обсужден вместе с отцом. Когда ребенок приходит к матери и говорит, мамочка у меня болит живот, я не хочу идти в школу, но на самом деле у него какие-то свои планы у него там встреча с друзьями после обеда, или там его любимый мультик в 10 часов утра, когда родители уже на работе. И это должно быть обсуждено при присутствии отца. Здесь уже ребенок будет знать, кто лидер и чье правило действует в семье. Это первое. Второе. Ребенок должен знать определенные вот эти правила, сколько они есть в доме. Скажем, правило в доме первое – при гостях не бегать, не кричать. Это правило. Ребенок должен это знать. Правило второе. При появлении какого-то взрослого человека ребенок должен вставать с места. Обязательное правило. Неважно отец, мать, кто-либо, кто взрослый его, ребенок должен встать. Это правило. Третье. Ребенок должен культурно вести себя за столом, не чавкать, не разговаривать, пока он кушает. Это правило. То есть в доме каждый отец устанавливает свои правила. Но важно не то, сколько правил, а важно то, следует ли ребенок этим правилам. Пусть правил будет пять, но эти пять правил следуются безукоризненно. Это хорошо. Нельзя говорить, что у меня в доме 10 правил, и ни один из них не следуется. Это неправильно. Пусть правил будет 5, но чтобы каждый ребенок им следовал. Каждый ребенок знал, что в доме правило, скажем, номер три. Когда ты встал с постели, обязательно нужно постелить постель, убраться за собой. Это правило. Правило четыре. В любой комнате, где ребенок играет и уходит в школу, после того, как он закончил игру, он должен убраться за собой. Это правило. То есть ребенку важно не количество правил, а важно правильно уяснить, что это правило действует в их семье. И он должен знать, что эти правила должны быть исполнены. Как я уже говорил, не надо ставить 10, 12, 30 правил. Ребенок все это не будет запоминать. Главное оставить те правила, которые наиболее важны, и ребенок им следует. Как говорит современная психология, никогда нельзя наказывать, как Борис спросил, за что нельзя наказывать. Никогда нельзя наказывать ребенка за чувства. Например, ребенок видит, скажем, на улице, там, прошу прощения, мертвого собачку или кошку и начинает плакать. Мальчик. Естественно, отец говорит, не надо плакать, ты сын, ты мальчик, ты мужчина, как тебе не стыдно. И бац, шлепок. Дедушкин метод. Никогда нельзя наказывать за чувства. Это догма. Догма, значит, правило, которое э, не отменяется. Нельзя наказывать за чувство. Если ребенок мягкосердечный, просто поощряйте его и объясните, что это нормально, сын. Такое бывает. И я рад, что у тебя мягкое сердце. То есть за чувство нельзя наказывать. Но бывает, когда ребенок, скажем, очень сильно э, хладнокровный, э, может избивать животных, избивать там э, курицу, там птичку, что-то такое. Это тоже чувство. И здесь тоже нельзя наказывать, если мы будем в этом случае опять рукоприкластвовать шлепок. Он будет еще хуже относиться к этому э, животному, потому что он знает, что из-за него ему попалось. Поэтому за эти чувства нужно посадить ребенка и объяснить. Дорогой сын, дочка, когда ты плохо относишься к животному, он не может тебе дать сдачу, он будет молиться тому, кто его создал, чтобы у тебя что-то пошло плохое. Чтобы у тебя, скажем так, заболел животик. Чтобы у тебя что-то не получилось в школе, и ты получил двойку. То есть ты не должен обижать тех, кто младше тебя и тех, кто слабее тебя. Потому что если он не может тебе дать сдачу, сдачу даст кто-то сверху. То есть объяснить ему мягко, объяснить ему в рамках религии, в рамках духовности, в рамках милосердия, в рамках любви и благородства. Объяснить ему. Третье. Ребенок должен знать определенные периоды наказания. Скажем так, ребенок обещал убраться у себя в комнате, но мы пришли с работы, ребенок сидит за телевизором, а комната не убрана. И мы говорим так, ты наказан ты больше не будешь смотреть телевизор, свои мультики. Когда мы говорим, ты больше не будешь смотреть, это долгий срок. Ребенок пойдет, упадет в психоз, скажем так. Это будет его психическая травма. Он, он не будет знать больше, что это означает. День, два, три, месяц, год. То есть пока мы ему не объясним срок, он будет психически подавлен. И это будет урон нам, когда он вырастет. Поэтому нужно ребенку говорить, ты не убрал себя в комнате, смотрел телевизор, за это следующие два дня ты не будешь смотреть телевизор. То есть давать определенные рамки периода, сколько, какое время он наказан. Два дня, все, он знает, что два дня он должен хорошо себя вести, он должен убраться, он должен делать свои уроки, через два дня, в третий день, он обратно может вернуться к своим мультикам. То есть ребенок должен знать, сколько времени он будет наказан. Следующее правило. Каждый ребенок, когда мы наказываем, должен знать, что он наказан справедливо. Что это означает? Когда мы наказываем ребенка, ребенок должен знать, за что он наказан. Ты плохо себя вел, я тебя наказываю. Что это значит плохо себя вел? Он не гений, он не заканчивал Оксфорд или какой-то университет, у него нет педагогического образования, чтобы он понял, что это означает. И ему нужно уяснить. Ты не сделал вот эту работу, поэтому ты наказан. Будешь там э, за это, скажем так, три э, дня подряд читать какую-то книжку. Ты не убрался у себя в комнате, поэтому ты наказан. За это ты не будешь, э, скажем так, играть у себя во дворе там не два часа, а один час в день. То есть ребенок должен знать, за что он наказан и справедливо ли он наказан. Мы не можем сказать, твой брат, старший брат хорошо себя вел, поэтому пусть он идет и играет, а ты себя плохо вел перед гостями, ты будешь сидеть дома. Ребенок сразу будет чувствовать разницу. Значит, мой отец или моя мать любит моего брата больше, чем меня. Он не будет думать, что он наказан, потому что он больше кричал или больше там бегал, поэтому он наказан. Он это не будет анализировать. У него нет времени анализировать. У него не хватает, скажем так, его возрастного разума, чтобы анализировать, почему. Он сразу сделает для себя вывод самый легкий – любовь. Моего брата любят больше, чем меня. И благодаря нашим детям, прошу прощения, в кавычках, действиям, он станет ненавидеть своего брата. И когда мы делаем какое-то наказание, мы должны это наказание делать для всех одинаково, то есть чувствовать справедливость. Если, скажем так, Старший брат должен смотреть за младшим братом, чтобы он, скажем так, до познания гулял на улице, до, до сумерек. И приходим домой, старший брат сидит за телевизором, а младший брат а, уже сумерки, темно и все еще во дворе. Мы его наказываем, а старшего брата нет. Он не знает, что старший брат должен смотреть за ним. Мы должны поставить обоих и сказать, дорогой старший сын, в твоей обязанности входило, чтобы он после сумерек, Бадишом, Бабирун, наоборот, не выходил на улицу. Ты наказан. Ты будешь два дня делать то-то. Дорогой младший сын, мы тебе не раз говорили, и в нашем доме существует правило. После сумерек не выходить на улицу. Ты нарушил правила. Поэтому ты наказан. Два дня ты не будешь выходить во двор, скажем, после урока. Два дня ты будешь сидеть во время а, того периода, который ты раньше играл, ты будешь читать книгу. Это твое наказание. То есть ребенок должен знать справедливые наказания. Он должен знать, за что наказан и справедливо ли это наказание. Не просто так ты себя плохо вел и мы тебя наказываем. Нет. Что стоит за этим плохо вел? Что подразумевается под этим словом? Поэтому мы должны дать расшифровку. Мы должны четко уяснить ребенку, за что и на какой период. Это тоже правило. рсачун амеша хеле маҳдуд аст вале саволи навбатии ман чунин аст ки дар кадом холато мо баъзан бо танбе фарз кардем як шапоти рукоприкластвааолат мумкин аст многа говорят о том можно нельзя насколько жестка действут ли ремейн действат ли просто кри Во все времена все давали много ответов. И на сегодня, сколько я читал, однозначного ответа нет. Во-первых, говорят, кто бьет своего ребенка? Когда задается вопрос, можно ли бить своего ребенка, задается сразу последующий вопрос. Кто бьет своего ребенка? И ответ современная психология, точнее, будет сказать, современная практика дает. Бьет ребенка тот, которого били в детстве. То есть... Если я бью своего ребенка, это означает, что в детстве меня тоже били. То есть человек повторяет те действия, которые у него происходили в жизни. Поэтому, чтобы этого не было, как я уже говорил, как мы говорили в прошлый раз, воспитание должно появляться уже при появлении семени в отце. Воспитание из отца, как мы говорили на прошлой передаче. Когда мы воспитываем отца, Тогда начинается воспитание, рождение ребенка, утрой матери и появление на свет. Воспитание отца. То есть, если я хочу, чтобы мой ребенок воспитывался без рукоприкладства, чтобы его я не бил, надо, чтобы меня в свое время не били. То есть происходит избиение ребенка во многих случаях, в основном в тех семьях, в которых было, скажем так, не очень культурное воспитание. То есть в тех периодах, когда отца этого ребенка в детстве избивали. И он передает этот метод воспитания через своих детей. И это означает, что это будет нескончаемо, пока кто-то из них не остановит этот процесс. Можно ли избежать рукоприкладства? Можно. Когда мы ребенку несколько раз повторяем одно и то же, он уже будет думать, что все, отец как ворчил, ворчал, так и ворчит. Мама как кричала, так и кричит. Одно и то же по сто раз. Это уже не будет иметь ценности. Когда человек много говорит, его слова не имеют ценности. И тогда он начинает бить своего ребенка. Потому что он видит, что ребенок уже не берет всерьез его слова, ему остается только рукоприкладство. Чтобы рукоприкладство не происходило, нужно говорить мало, но по существу. Говорить мало, но по существу. Это означает, что сделай вот это. И точка. Никаких двойных правил. Отец сказал, мать разрешила. Отец запретил, бабушка разрешила, дедушка разрешил. Или там дядя, тетя, сосед. Это уже двойные стандарты. Когда идет двойные стандарты, ребенок начинает манипулировать он начинает искать выходы. Поэтому, чем строже в семье отец, тем меньше рукоприкладства. Что означает строже? Его слова достаточно, его взгляда достаточно. Если вы достойный отец, вы должны показать своим примером, насколько вы достойны. Вас уважает ваша жена, вас уважают друзья, соседи. Вы не злословите, вы говорите только культурные слова – и вашего взгляда достаточно, чтобы ваши дети опустили глаза и подчинялись вам. В этом случае никакого рукоприкладства не будет. Есть много семей, уйма семей, где отец сказал: «Все сделано». Этого достаточно. Сглядаться. Но когда отец бьет, это означает, что он слабый. Когда мать бьет, это означает, что ее слова не имеют веса. Это означает, что ребенок начинает портиться когда мы бьем, это должен, должен, быть для нас как сигнал красного светофора. Если мы начинаем бить, это означает, наш ребенок начинает портиться. Почему? Потому что мы ослабеваем. Мы бьем, значит, мы показываем свою слабость. Поэтому, вот как бы парадоксально это ни звучало, перестать бить означает хорошее воспитание. Начало избиения означает, что ребенок начинает портиться. И когда, следующее правило, в конце уже нам показывают, что время выходит, когда ребенок делает какую-то инициативу, скажем, помогает маме, когда она делает лепешки, ребенок везде все напортачил, везде грязно, везде мука, там что-то где-то разбито, не запрещайте то, что можно не запрещать. Пусть ребенок балуется. Это будет для него инициатива. Когда ребенок начинает нам помогать и что-то ломает, мы начинаем его бить по руке, говоря, ты еще маленький, не делай. Это начинает блокировать его инициативу. Когда он вырастет, он уже не будет что-то предпринимать сам. Далеко в детстве, в подсознании его село, что ему нельзя что-то начинать. Поэтому, когда ребенок что-то делает, не запрещайте, если это, скажем так, не приводит к каким-то сложным последствиям. Ну, что-то разбил, ну и... Не буду говорить, черт с ним. К счастью. К счастью. Что-то не так сделал, и это не привело, скажем так, как к убийству, скажем так. Пусть он будет грубо. Пусть он это делает. Инициативу приветствуйте, но поправляйте. Поправляйте, говоря ребенку, ты правильно сделал, ты хотел там, скажем так... Иногда бывает, что ребенок остается дома один. Часто бывает с девочками. Она берет какое-то красивое платье своей матери, разрезает ее по своему размеру, одевает, чтобы э, порадовать свою мать. Мама приходит с работы, ее вечернее платье, которое ее муж подарил там за 200 долларов, превратилось в лохмоте. И мать начинает бить своего, своего ребенка. Такое бывает. Это неправильно инициатива со стороны ребенка сделать что-то хорошее это означает что у него у нее есть заложены дизайнерские э, дизайнерские как это будет Дизайнерские ну, ша -Рахбат, -Рахбат, рахбат то есть она будет дизайнером не надо ее ругать надо похвалить говоря дорогая дочка красиво тебе идет но впоследствии пожалуйста когда тебе нужно что-то порезать, дай мне знать. Я тебе дам те платья, которые можно резать. В этом случае ребенок будет знать, что его инициатива приветствуется, но она в дальнейшем будет спрашивать, какое платье можно брать, а какое нет. Но когда мы будем ее ругать, она все, вот это, скажем, семя дизайнерства, то начало, от которого она в будущем могла бы стать известным дизайнером, мы погубим две минуты, поругая ее. Поэтому, когда ребенок что-то делает сам, и это не приводит к каким-то тяжелым последствиям, не надо ругать. Тяжелым последствиям даже приводят заранее говорить, правила тебе запрещают делать то-то, то-то. И как говорит один психолог, Роджерс, забыл как имя, он говорит, дорогой сын, я люблю тебя. Это называют правилом Роджерса. Дорогой сын, я люблю тебя, но твои действия меня крайне расстраивают. Вот это правило должно быть для нас догмой. Дорогая дочь, дорогой сын, я тебя люблю. Я всегда буду о тебе заботиться, я буду тебе помогать, насколько мне отпущено сил Господом. Но вот это твое действие меня расстраивает. Давай рассмотрим, как его исправить. Это будет лучшим шагом на пути к исправлению. Мы еще продолжим тему. саломат бошед хеле моҳирона вақта ғасб кардедамаи қоидаоро хатибан аедоиди қоидаоап задабошадбошадшад бинандагони арҷманд ёдовар мешавем суҳбат доштем бо шӯҳратҷон иброҳимов коршиноси доими барнома оиди мавзуи то чи андоза мо метавонем фарзандро танбеҳ диҳем оро зарурат ҳаст ё несдараино бахши мусоҳиба ба интиҳо мерасад